никогда не отчаивайтесь. Иногда все складывается так плохо, хоть вешайся. А глядь, завтра жизнь круто переменилась. Русский писатель Александр Куприн. Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы можете стать великим. Американский писатель Марк Твен. Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Французский писатель Андре Жид. Три правила достижения успеха. Знать больше, чем остальные. Работать больше, чем остальные. Ожидать меньше, чем остальные. Английский писатель Уильям Шекспир. Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Русский писатель Фёдор Достоевский.